Одним из основных мероприятий конференции стал семинар «Запуск и поддержка международных продаж». Его провел специалист-практик в области международных продаж с 25-летним опытом Илья Шпирт. Организатором бизнес-дня стал Центр поддержки экспорта Владимирской области. Он существует уже 3 года. За прошлый год центром оказано 276 организационно-консультационных услуг для 200 предприятий региона. Организовано 40 мероприятий по продвижению малого и среднего бизнеса. Основная задача на этот год – находить новые рынки сбыта. С этого года мы берем уже такие направления, можно даже их назвать немного экзотические, как африканский континент, страны Юго-Восточной Азии, а это Индонезия, Таиланд, которые не на слуху обычно бывают, но где есть огромный потенциал рынков. Конференция состоялась при участии администрации региона и торгово-промышленной палаты Владимирской области. На самом деле много предприятий, которые производят хорошую, качественную, высокотехнологичную продукцию, не знают о своем экспортном потенциале, не знают технологии выхода на внешний рынок. Вот, собственно, для этого мероприятие проводится. Рассказать им, показать, как это можно делать. Помогают бизнесменам выйти на экспорт и многочисленные меры господдержки. О них участникам конференции рассказали на пленарном заседании спикеры специалистов в сфере международной торговли. Большую роль в формировании экспортных связей и в целом политики региона в этом направлении играет Владимирская таможня. Именно использование таможенной статистики и учет таможенного законодательства помогает органам власти формировать правильную государственную политику развития экспорта. Администрация области нацелена на плодотворное сотрудничество с предприятиями области и заинтересована в продвижении вашей продукции на экспорт. Завершилась конференция индивидуальными консультациями предпринимателей. В результате участники смогли наладить деловые связи, пообщаться и поделиться опытом. Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».